небе гаснут звезды одна за одной. Но никто не способен заметить это. Никто не способен предотвратить. Я спешу к месту последнего шанса. Нужно успеть, прежде чем станет слишком поздно. А звуки агонии утихнут быстро. Мир будет уничтожен. Даже память о нем будет стерта. И пускай вернуть все совершенно невозможно, найдется тот, кто захочет совершить невозможное вместе, без пространства, без времени, без воспоминаний. Где я? Ничего не видно, кроме этой тропинки. Голова раскалывается, помню только скелет с посохом в небе. Эта тьма исходила от него. Он уничтожил все вокруг. Стоя на одном месте, многого не добьешься. И на этой многозначительной философской фразе начинается наше приключение. Всем привет, меня зовут Артур. И сегодня я хотел бы познакомить вас с игрой под названием Loop Hero, которую я старательно пытался избегать, хотя та шумиха, которую она навела, я не смог проигнорировать. Но я ее избегал потому, что игра построена на механике карт. Я карточные игры не особо люблю, но эта игра, похоже, входит в число исключений, потому что карточная составляющая здесь реализована очень необычным образом. При этом игра обладает очень мрачной атмосферой, которую я очень люблю, и очень необычным сюжетом и его подачей. Короче, это все по-любому затмевает мою нелюбовь к карточной составляющей, но даже она здесь реализована так, что это не ощущается, как все те карточные игры, которые я знал до этого. Короче, давайте я вам понемножку буду рассказывать. Начнем мы с обучения, потому что обучение, даже оно в себе хранит крупицы истории, которые вам лучше будет сейчас самим увидеть, чем я буду пересказывать. Надеюсь, ночь не застанет меня в пути, хотя о какой ночи может идти речь, если даже неба нет? Короче, так мы узнаем, что у нас есть система дня и ночи. Она влияет, именно цикл вот этот, он влияет на то, что мы с вами будем каждый день, то есть после, когда будет проходить день, на следующий день мы с вами будем лечиться, но и будут появляться новые враги при этом. Живой ком слизи, никакого спаса от них, переваривают все, что могут. Эй, я смог вспомнить это существо, возможно, мне просто нужно освежить память, и все придет в норму. Я бы не стал бы на это так надеяться, дорогой мой друг. Не все так просто. Драться голыми руками не так просто. Кажется, в остатках этой твари есть недоеденное оружие. Так, наш первый меч великолепно. Кажется, я начинаю припоминать, что неподалеку должна быть роща. А это вообще мои воспоминания или это слизня? Вот это хороший вопрос на самом деле. Его это воспоминания или это твои роща? Вот, собственно, и карты. У нас будет ряд карт. Вот, которые реализованы здесь так, что мы с помощью них застраиваем всю вот эту локацию нам доступную. В данном случае поставим сюда рощу. Мы тем самым усложняем себе путь. Мы сами кузнецы своего пути здесь. Это очень круто, очень необычно. При этом хочу отметить, что игра гораздо ближе к жанру рогаликов, именно классический. Не то, что мы с вами привыкли играть, потому что зачастую мы вот по типу Curse of the Dead God или там Hades, это все можно назвать рог-лайт, а это больше классическому рог-лайку. Лесной крысоволк. Я был прав, немного личных переживаний, ярких образов и острых ощущений, и все забудется, как страшный сон. Вспомнится, как страшный... Да блин, хорошо, что этого никто не слышал. Это да. Так, эта рапира чуть-чуть получше того, что у нас есть, обладает вампиризмом. Кстати, очень интересный такой факт насчет вампиризма. Я не совсем понимаю. То есть у нас предметы обладают вампиризмом. Такое впечатление, как будто бы наш персонаж недалек от родства с ними. Вот серьезно. При том, что вампиры здесь будут. Отлично, там была гора, а тут лес. Мир почти как новенький. Немного камней и веток в моем рюкзаке, прямое тому подтверждение. Так, наши ресурсы. Получается, у нас есть уцелевший камень и немножко стабильной древесины. Хорошо, кусок полена, умудрившийся сохранить свою структуру, структурную целостность в условиях всеобщего хаоса. И
Уцелевший камень, видимо, проклятие лича его не тронуло, поэтому он подходит для строительства в условиях всеобщей аморфности. Хорошо. Будет не лишним и немного отдохнуть. Давай. В принципе, здесь поделать нам больше особо нечего. Идем. Короче, вот на этом небольшом туториале нам, в принципе, показали все, с чем мы будем иметь дело. Но очень о многом и не досказали. Здесь темно и холодно, небольшой костер исправит обе эти проблемы. Со всем остальным мы будем с вами потихоньку разбираться. Вот в данном случае у нас есть строительство. Построек не очень много, но тем не менее, чтобы их построить, нам нужны реально очень сложно добываемые ресурсы. Вот в данном случае у нас уже есть стабильная древесина и уцелевший камень. Но чтобы получить стабильную древесину, нужно собрать 10 палочек хвороста. Или с камнем то же самое. Чтобы получить целый камень, нам нужно собрать 10 щебенки. На самом деле, я все это знаю только лишь потому, что я уже пару часов провел в этой игре. Она мне довольно сильно понравилась. Вот. И я даже не знаю, будем ли мы ее с вами проходить. Потому что смотреть на игру может быть скучно, играть в нее реально интересно. Я бы посоветовал бы каждому самостоятельно испытать этот экспириенс на себе, но так, чтобы смотреть, ну я не знаю. Это уже вы мне скажете, насколько вам это вообще любопытно, потому что мне вот реально игра довольно сильно зашла. Я прям не ожидал. Я же вам говорю, я долго ее избегал, вот. Но потом я все-таки решился. Я просто когда увидел, что она карточная, меня это и отпугивало. Но потом я подумал, что типа фиг с ним. Я играл в карточные игры, надо попробовать. Вдруг здесь что-то особенное, раз она всех такой ажиотаж вызвала. И таки да, особенное. Так, во-первых, чай. На голову. Наушники в руки. И давай-ка попробуем испытать нашу первую экспедицию. Строить нам сейчас больше особо нечего. Поэтому к тому мы вернемся чуть позже, когда вернемся с этой экспедиции. Эта дорога, все не так, я же помню, будто совсем другое место и снова совершенно пустое. Есть ли смысл в том, что я делаю? Как будто у меня есть выбор. Если чтобы спасти мир нужно сдаться и ныть, то я худший спаситель из возможных. Задело. Не-не-не-не-не. Нытье — это не наш метод. Так, первое, что нам нужно, это достать оружие. Желательно было бы. Так, лук. Лук, он в начале каждого дня будет лечить нас на два здоровья. Но его желательно применять так, чтобы он сразу же процветал. Чтобы лук был процветающий, его надо ставить просто рядом с чем-то. И все, комбинируется он, в принципе, все время. Ой, имеется в виду, комбинируется он со всем чем угодно. Я не знаю, получится ли у нас сейчас дойти до босса. За эти пару часов мне удавалось это сделать несколько раз. Я, в принципе, понял, как что он из себя может представлять. Но самого босса я толком не видел. Вот, я только видел, как он появляется. И здесь об этом, в общем-то, написано. Вот, например, здесь. Шкала заполненности карты при достижении максимума на клетке... При достижении максимума на клетке с костром появляется босс головы. То бишь, вот здесь. Когда он появляется, он вокруг себя в квадрате 3 на 3... застраивает область из своих, скажем так, я даже не знаю, алтарей, что ли, которые делают его сильнее. Чтобы он таковым не становился, я думаю, что нам надо застроить эту область и посмотреть, что произойдет. Я не уверен, получится ли, иначе это было бы слишком просто, но мы попробуем. Почему бы и нет? Вот здесь я попытаюсь сконцентрировать самую задницу, через которую мы будем проходить, которую, если мы и переживем, то значит переживем вообще все на свете, на свете здесь. Но это не точно. Так, хорошо. А лук и скалы. Я думаю, что отдельно, вот где-то здесь в уголке, можно начать строить гору. Гора тоже 3 на 3, она превратится в большую гору, но мы можем получить такую только один раз за забег. Она же, когда разрастется, будет раз в два дня генерировать нам еще гарпию, которая будет доставлять свои хлопот. Вот что мне нравится, так это то, что здесь все построено на забвении. То есть мы вспоминаем, грубо говоря, как устроен мир.
Но мир также может вспоминать и самостоятельно. Но даже это неправильно. Неправильно, на самом деле, я вам рассказываю. То есть мир не то, чтобы сам вспоминает. То есть, допустим, мы строим гору, и мы подсознательно вспоминаем, знаем, что в горах могут водиться какие-то существа. И они в итоге появляются. То есть мир вспомнил, что таковы здесь имеются. Вот как-то так. То же самое, кстати, касается и вещей, которые мы находим. То есть они попадают нам в инвентарь, и мы можем о них забывать. То есть... Если я возьму кольцо и попытаюсь его выкинуть, я не смогу. Также вещь, которая попадает сюда, я при попытке ее выкинуть ничего с ней не сделаю. Вот, допустим. Видите? Но при этом она может... Кстати, реген, уклонение, вампиризм. Хорошо. Но она может исчезнуть. То есть, когда она доходит до конца инвентаря, она просто выпадает из инвентаря. Мы как бы о ней забываем, она исчезает из этого мира. Очень крутая реализация идеи с сюжетом. Так, сделаем вот так вот. Угу. И парочку лугов сюда же, наверное, понатыкиваем сразу. Вот. Угу. Пока все хорошо. Может быть, даже сразу можно поставить вампиров сюда. Сквозь дырки и крыш, и в крышах видны голодные глаза. По их на соседних клетках появляются вампиры. Каждая карта между собой как-то может комбинироваться. В данном случае у нас комбинируются луга, они всегда, если их ставить к какому-то строению, они всегда разрастаются в цветущие луга. Цветы тонко чувствуют целостность мира, реагируя бурным цветением и приятным ароматом. То есть это дает нам вместо 2 единиц здоровья за каждый день 3. Соответственно, у нас вот есть здоровье в день. Мы пополняем здоровье каждый день, на каждое утро. И наш лагерь также это делает. Вот. Если, кстати говоря, вещь выпадает из инвентаря, находящаяся вот здесь вот, то она перерабатывается на ресурс. Но только в том случае, если вещь редкая, какого-то редкого качества. Обычная вещь так не делает. Тоже, кстати, касается и карт. Если карт очень много, они тоже забываются и перерабатываются в ресурс. Единственное, что я не совсем понял, в какой ресурс, там в какие-то странички. Для чего они нужны, я, честно признаться, не знаю. Так, давай поставим маяк здесь. Я, кстати, не вижу особого смысла в маяках, они просто ускоряют нам передвижение. Вот единственное, что в них реально хорошо, можно попробовать их так поставить, чтобы карту быстрее проходить. Они, получается, увеличивают скорость передвижения и скорость атаки всех существ на 20%. То есть при этом нашу атаку тоже увеличивают на 40%. Вот сюда. Да. Тоже увеличивают нашу атаку на 40%. Ой, это скорость... Господи, вы меня поняли. Увеличивает скорость атаки на 20% нашу в том числе. Поэтому смысл в маяках только в том, чтобы мы могли за день успеть быстрее пробежать локацию, по идее, да? Так, дорожный фонарь, отлично. Я, кстати говоря, поставил еще такую опцию, чтобы после каждого сражения у нас включалось... Вот сюда его влепим. Чтобы после каждого сражения у нас включалась пауза. Мне кажется, это будет удобно. Так, сюда гору. Сюда гору. Гора, кстати говоря, именно гора, дает плюс 5 к здоровью за каждую гору или скалу по соседству. И если у нас здесь и здесь гора, она даст нам 10 здоровья, по идее. Но если она здесь и здесь, то так она не сработает. Ну, по крайней мере, так я это понял. Так, хорошо. О, у нас еще один фонарь. Вообще великолепно. Меня нервирует вот это место, если честно. Чем больше здесь будет фонарей между собой объединяться, тем меньше здесь будет появляться врагов. Допустим, у нас есть вот этот фонарь. Максимум на клеточке 4 врага. Их здесь будет 3. Так, а чтобы нам сразиться с боссом, нам надо заполнить еще вот эти вот 3 и вот эти вот 2 клеточки, по идее, нашими, да? И тогда... По идее, тогда ничего там не должно более появиться. Но я, если честно, не знаю, так ли это будет работать.
первую очередь мне хочется, чтобы вот здесь и вот здесь меньше врагов появлялось, если честно. Ну давай сделаем вот так. Пока что. Может быть, имеет смысл еще лук вот так разостроить. Или, может быть, отсюда дальше строить эти горы, я даже не знаю. Я не знаю. Ладно, пока не будем ничего делать, маяки будем ставить только для того, чтобы быстрее пробегать сами локации. Следующий здесь поставить, или, может быть, где-то здесь. Так, и паучий кокон. Вот здесь у меня будет обиталище вампиров, но надо будет тоже сделать так, чтобы это не стало большой проблемой. Если нам будут попадаться дорожные фонари, то надо будет поставить здесь и здесь. Желательно было бы. Угу. Я даже не знаю, может быть, лучше здесь пауков проставлять? Хотя нет, лучше всего именно в квадратике вот этом, потому что они будут вылезать сюда. То есть мой фонарь будет распространяться на вот эти вот 4, сколько тут получается, 5 блоков. Я смогу поставить сюда пауков и еще сюда пауков. И их будет меньше на действие фонаря, по идее, да? Хрен его знает. Так, защита и реген в секунду, скорость атаки и вампиризм. Реген это хорошо, в данном случае, наверное, нам подошел бы больше. Давай возьмем. Но упор мы сделаем на защиту. И, возможно, на контратаку. Или, может быть, на контратаку. Или я даже не знаю. Может быть, на уклон. Нет. Сделаем упор на скорость атаки и защиту, наверное. Если еще будет какой-то третий параметр в этом всем участвовать, будет очень хорошо. Но я, честно говоря, не знаю, получится ли у нас сделать так, чтобы выделить какой-то параметр из этого. Который будет у нас привилегированным, скажем так. 94. Вот это вот апгрейд, конечно, на 2 хп. Но ничего страшного, даже так уже полезно. Поле битвы. Ставить мы их будем, наверное, всегда после нашего лагеря. Вот здесь вот. Он генерирует нам сундук. Пахнет кровью и сталью. В начале каждого... Блин, на самом деле ставить такие вещи вокруг нашего лагеря, это как-то морально неприятно. Мы же там живем в конце-то концов. А что поделать? Так, в начале каждого круга создают сундук. Враги на смежных клетках могут стать призраками. Что значит враги могут стать призраками? Сейчас мы когда столкнемся, я вам покажу, если там такое будет. Давай сразу гору сделаем гигантскую. Вот такая гора у нас может быть только одна. По идее. Она дает нам что? Она дает нам 120 к здоровью. Также комбинируется с горой или скалой и создает гарпию раз в два дня. Здесь, кстати говоря, у нас уже, кажется, ожидает вампир. Нехорошо, но и неплохо. Ну, я не знаю, давай, может быть, продолжать сюда расти. Вот это вот нехорошо. Лагерь гоблинов. Раз в день создает на соседней клетке гоблина. Возникает каждые 10 гор и скал. Каждые 10. Ну, задница, считать их придется. Чтобы понимать, когда он появится. Так, 2. Вот у этого поля битвы есть тоже область действия. Получается, что когда оно объединится с еще одним таким же полем, то дорога станет кровавым месивом, на которое будет появляться своего рода тоже какая-то кровавая слизь, которая довольно жесткая. При этом я не знаю, будет ли нам даваться какие-то ну, не знаю, более хорошие вещи. По идее, он просто становится как преграда. Вот, отлично. Он еще и мимик, ты посмотри. То есть кровавое месиво, оно будет у нас как преграда. По идее, из сундуков ничего лучше выпадать при этом не будет. Кажется, но я не скажу вам точно. Так, урон по всем, контратака, уклонение, хорошо. В принципе, хорошо. Думаю, что если бы выпал обычный сундук, а не мимик, мы бы получили бы предмет хуже. Ого. Рущи, кладбище. Кладбище, кстати, очень сомнительное удовольствие, если честно, потому что там появляются скелеты, которые жирные, и с ними хрен разберешься так просто. Стой! Откуда тут гоблины? Не помню, чтобы вас вспоминал. Мы сами себя вспомнили. Отдавай все! Вы совсем не понимаете, что происходит.
Лучше помогите восстановить порядок в мире, а уж дальше творите, что вздумается. Гоблин грабит. Нет другого порядка в этом мире. Но вообще-то как бы да, в гоблинах только одна цель. Справедливо, пожалуй, у меня не найдется другого достойного контраргумента. О, подожди, а есть один. А как насчет получить в жбан? Ну а, конечно, очень жесткий. Зараза, нам по возможности нужно от них избавляться. Странно, эти существа просочились это самостоятельно. Может, все не так уж паршиво, и мир сам стремится вернуть себе прежний облик. Или это значит, что некоторых паразитов даже концом света не вывести? Да нет, это означает, что мир подсознательно восстанавливается. То есть ты создаешь скалы. Но по идее на скалах живут только гарпи. Кстати говоря, одна, он уже летит. То есть как скалы с гоблинами ассоциируются, я, честно говоря, даже не знаю. Этот уже один вылез. Да шеп тебя. Ладно. Ладно. Каждая постройка приводит нас все ближе к боссу. Вот здесь вот об этом говорится. Шкала заполненности карты. При достижении максимума на клетке с костром... На клетке с костром появляется босс. Нам еще нужно что-то вот здесь вот сделать, чтобы он не появился. Возможно, придется все-таки поставить еще одно поле, чтобы эта дорога стала кровавой. Тогда босс, по идее, не должен иметь возможности здесь поставить свои пилоны. Очень плохо, нам выпадает мало хороших карт. Мы можем даже не дожить до босса, я уж не говорю о том, чтобы посмотреть на него. Так, магический урон, урон по всем. Реген, у нас реген есть хоть какой-то. Благодаря нему хоть О! Супер! Так, стоп. Надо ей сейчас правильно поставить. По-хорошему нужно ставить их сейчас здесь и здесь. Будем так, наверное, и делать. А потом, по возможности, будем избавляться от гоблинов. Вообще, карты забвения довольно редкие. Назад, человек. Вампир, где ваши земли? Если вашим крестьянам нужна защита, я помогу. Нет больше ни земель, ни паствы. Только сотни лет пустоты и сотни лет голода. Спасайся, пока можешь. Я не знаю, как долго смогу сохранить чистоту рассудка. О каких сотнях лет ты говоришь? Твой разум легко обмануть, но не мой голод. Такое впечатление, как будто бы тут реально уже прошло сотни лет с тех пор, как мир окутало забвение. Он требует свое. Каждый глоток, каждая капля пойдет в уплату долга. Я слишком слаб, но ты можешь помочь мне, и тогда я приведу в порядок этот раскрашенный мир. Верно, я делаю это не для себя, но для всех. Во благо. Поэтому будь благородным, благодарным за мои труды. И просто дай выжрать тебя дочисто. Да сейчас. Вот, кстати, очень необычно тоже с вампирами здесь придумали. Мне очень понравилось. Вампиры в свое время жили с людьми бок о бок. Это тоже очень крутая идея. Вампиры часто владели нашими землями, хранили порядок и обеспечивали процветание своим поселениям. Люди подружились с вампирами, отжарихнуться можно, но это никуда не годится. Теперь это бледные копии себя бывших. Что силой, что разумом. Видимо, кровь прочих существ непригодна им в пищу. Но он не шутил про голод. Даже те создания, что находились рядом с ним, пропитаны силой поглощать чужую жизнь. Да, так, хорошо. Хорошо. Здесь я уже не поставлю, да? Ничего такого. Да, в принципе, можно, наверное, сюда его влепить, а потом сюда. По сути, просто, чтобы мы могли пробегать это быстрее. Так вот, идея с вампирами и того, что они взаимодействовали раньше с людьми, тоже очень необычно. Я уже даже не помню, когда встречал неканоничных вампиров, которые всегда против людей. Так.
Можно, кстати, даже тут разрасти лук. Ну, я, пожалуй, продолжу вот здесь это все делать. Где-то за гранями. Так, мы поставили раз, два, три. Три у нас еще можно поставить не 7, но 6 скал еще можно будет влепить. Угу. Но надо бы сюда строить, потому что этот лук тогда не разрастется, если я его ни к чему не присобачу. Так, хорошо. Хорошо. Здесь, кстати говоря, можно и рощу поставить, если вдруг... Слушай, а может быть реально рощу просто поставить? Вместо того, чтобы это превращалось в кровавое месиво. Хрен его знает. Ладно, пока идем дальше. Меня больше беспокоит вот это место с гребанными гоблинами. Если я от него не избавлюсь в ближайшее время... То о том, чтобы в принципе... хотя бы приблизиться к боссу, даже речи может не идти. Херь какая-то, ладно. При этом они вылезают даже не каждые, по-моему, два... Даже не каждый... Не каждые два дня. По-моему, даже не каждый день раньше. Ну-ка. Раз в день создают на соседней клетке гоблина. О, господи Иисусе. Сейчас еще один появится. Три гоблина за раз. Задница. Так. Вот. Здесь, по идее... Сразу два сундучка сможем получить. Не помню, говорил или нет, но поле битвы не имеет смысла ставить где-то в другом месте, потому что сундучок, который вылазит, есть смысл брать сразу же. Так, давай его сюда влепим сразу. Есть смысл брать сундучки сразу, пока они актуальны, потому что потом, ну, смысла. Смысла потом просто нет. Когда их актуальность реально теряется в вещах, которые там. Вы пока делаете круг, вещи, которые выпадают из сундука, будут просто... уже не нужны. Нет. Что нет? Хочешь собрать мир, хочешь просить помощи? Наш ответ — нет. Как? Почему нет? Мы видим далеко, видим вглубь, и вместо неба долгое время плотная пустота, но это не мешает нам видеть. Твое спасение мира однобоко и прямолинейно. Каждый видит спасение мира по-своему, и вот почему никто и никогда не присоединится к тебе. Хорошо, я не до конца понимаю, но поделись своим вариантом. Что такое спасти мир для тебя? Мое потомство и мой род. Пусть крепнет и живет. Участвует в круговороте жизни и смерти. Это и есть жизнь. Это и есть мир. Я убью тебя и скормлю мясо голодавшим птенцам. Так жизнь продолжится дальше. А сколько жизни порождает твой клинок, убивая снова и снова? Одну. Я вовсе не желаю твоим детям голодной смерти, и не желаю смерти для их матери. Прошу, одумайся! Если моя миссия кончится успехом, у Гарпи будет все небо на свете и охотничьи угодья до самого горизонта. Я не могу насытить голодные рты твоими обещаниями. Прощай. Ну, очень философски на самом деле, я тоже понять можно. Птенцы голодают сейчас, обещаю я какую-то... Так, возьмем контур удара. Обещаю я только какие-то абстрактные мысли сейчас. И только то, что гипотетически может быть. Так, у нас есть контур удар, в общем-то это неплохо. Но при этом нам нужно поднимать защиту. Чтобы этот контур удар был реально действенный. Паршивое чувство. Исправляя одно зло, я становлюсь источником другого. Для гарпий нет дома, кроме самых высоких гор. Но пищи там мало, если и гора была отрезана от реальности. Не представляю, как им удалось выжить. Так, чаёчек, секундочку. Угу. А. Простите, что-то я подавился. Кстати, свет маяка. Увеличиваю скорость атаки всех существ, естественно, и нас в том числе. И еще одна летит уже, ты смотри. Так, раз, два, три, четыре пока что, да? Ага. Ну, наконец-то, хоть что-нибудь так, защита, при этом магический удар... Ой, да, магический урон, защита, контр-удар, великолепно. Так, но там у нас колечко на 19% контрудару, это, наверное, немножко круче. Но, понимаете, тут еще и есть вот это уклонение, например. Оно тоже бы нам пригодилось очень сильно. Магический урон, кстати. Вот обратите внимание, у нас есть урон сейчас, 8-12.
Есть магический урон, допустим, 4, вот здесь вот 2. То есть, что это означает? Если я правильно понял, то этот общий урон повышается у нас на 4. То есть, у нас получается урон не 8, 12, а в данном случае 12-16. Вроде бы так. Если я правильно, конечно, понял. Так, мы немножко снизим контр, удар на 7%, будет 29, но зато увеличим уклонение на 8. И поднимем немножко урон. Наверное, пока не надо. Нужно будет еще не провтыкать такие моменты, когда мы можем реально, вот нам выпало что-то стоящее, какой-то меч. И кольцо, которое выпало когда-то давно и ушло куда-то уже в конец нашего инвентаря, надо о нем просто не забывать. Но это будет очень в духе этой игры забыть о чем-то таком. Ну, типа, она на это рассчитана, чтобы мы забывали. Так, защита, скорость атаки будет выше. Это очень хорошо, я вот хотел бы идти в скорость атаки в первую очередь тоже. Там, кстати, вот тоже непонятная фигня, смотрите, у щита есть защита своя, да, 12. А еще есть дополнительный параметр тоже защита, ну типа, какой смысл? То есть, получается, что защита 14, мне только лишний раз считать приходится для себя. Так, там контр-удар, но здесь скорость атаки. Я хотел бы идти в скорость атаки в первую очередь. Так, здесь у нас чуть-чуть меньше здоровья, но при этом будет защита, реген и уклонение. Нет, давай пока не будем этого делать, мы пока пойдем в контратаке. Я думаю, что это именно то, что позволит нам справиться с гоблинами сейчас здесь. Просто контратакую их все время. Контратака позволяет нам не дожидаться, когда у нас соберется выносливость. Четыре гоблина, боже правый! Стоп, а они какие-то разные по размеру? Вожжа гоблинов, ага. Вот это задница. Давай, родной. Ух! 16-24 меч. Хо-хоу! И реген у него какой. Так, там только уклонение и вампиризм. Ни то нам особо не надо. Урон! Это во сколько? Я там даже уже не помню, сколько там было. 4-6, да, здесь 16-24, там что-то в районе... Пять раз сильнее сейчас будем бить. Вот это да. Так, этому бы еще скорости бы добавить. Вот это был бы огонь. Ладно, пока вот как есть. Надо не терять этот щит пока из виду. А вот это у нас уйдет в первую очередь на разбор, наверное, да? Просто отъехал сразу. Вот теперь главное получить забвение, чтобы можно было убрать этих гоблинов отсюда. Мало хороших карт падает, очень мало. Так. Ну, я не знаю, давайте просто ставить луга тогда, раз такие дела здесь хотя бы. Если я скалы не могу расставлять сейчас. Ну, могу еще немножко, но только немножко. Так, 1, 2, 3. Да, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Еще 3 скалы. Придется считать, что поделать. И поднимать защиту. У нас защита какая? 14. Очень мало. Вампиров, кстати, не так уж много появляется за день. Я не знаю, с какой периодичностью они... Ох, хорош! Я не знаю, с какой периодичностью они вываливаются. Но в жопу отсюда этих гоблинов. Вот реально, они меня бесят. Так, скорость атаки, там контр-удар, магический урон, плюс еще защита, будет немножко меньше защита по итогу, но зато у нас будет скорость атаки выше. Ну, у меня же уже есть такой щит, да, елки зеленые, вот опять забвение на меня работает, походу. Угу. Здесь есть еще такая карта, как казна, кстати. Елки-палки, две гарпии сразу. Блин, если мы не прокачаем защиту, хотя бы немножко... Далеко мы не уйдем. Хотя вот на Ригине можем немножко выехать. У нас сейчас, по сути, 2 единицы здоровья за раз восполняется. Защита и уклонение. Ну, такое. Так, хорошо. Хорошо. Очень мало падает карт с фонарями. Нам по-хорошему нужно еще поставить вот здесь вот. И, в принципе, это все. Здесь и здесь, чтобы я был спокоен.
Но, кстати, пауков можно уже здесь ставить, в принципе, хотя бы одного. Там все равно больше трех на одной клетке не появится. Но тоже, как бы сражаться с шестью пауками сразу, ну, имеется в виду сначала на одной с тремя, потом на другую с тремя, это тоже жестко. А еще сюда надо было бы поставить фонарь, господи. Лучше вот сюда и сюда. Три волка, с ума сойти. Думаю, что пора все-таки ставить нам защиту хоть какую-то. Ладно, сейчас попробуем пережить этот ран. Ага. Посмотрим, что в сундуках будет. Ну-ка. Так, защита. Урон по всем и магический. Защита, блин, не очень высокая, если честно. Вот это точно такое же, что у нас, только единственное, что у нас там магический урон, а здесь урон по всем. Но зато защита будет чуть-чуть выше. Давай, пойдет. Хотя бы так. Потихоньку будем затачиваться на скорость атаки. Угу. Так, я могу себе позволить поставить еще гору, по идее, здесь, и вот так закрыть ее. По идее, да. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не. Ну хотя да, могу. Могу. У меня же есть карта забвения. Почему бы и нет? Так. Скорость атаки. Подожди, 16-24, 16-24 тоже, но там реген. Это единственное, что нам позволяет хоть как-то хилиться, а здесь защита и скорость атаки. А здесь реген, но, блин, сильно ниже этот самый. Короче, давай возьмем, рискнем, я думаю, будем плясать от скорости сейчас. И раз такие дела, тогда начинаем комбинировать щит с нашим мечом. Итого у нас 28 скорость атаки. Вот сделать так, чтобы она была процентов 40, вот это будет очень круто. Больше у меня ничего такого нету, да, чтобы поднять скорость. Ну ладно. Будем сейчас надеяться, что... О, что нам заран сейчас еще выпадет... выпадут дорожные фонари. Казна. Давай ее ставить где-то здесь, наверное. Казна такая карта любопытная. Толстые стены стригут сокровища от случайных воров и бывших владельцев. При застройке соседних клеток дает случайный ресурс и нельзя стоять рядом с чем-либо. То есть я не могу поставить ее вплотную, не могу сделать, допустим, 3 на 3 блок и в центре поставить потом казну, чтобы она сразу разорилась. Так я сделать не могу. Но я могу ее поставить в принципе где-то, а потом начинать ее обстраивать. Допустим, луга понатыкивать. Каждый раз, когда буду ставить, лук будет, во-первых, взаимодействовать с казной, и казна будет давать ресурсы. Но у нее есть один такой недостаток, о котором здесь нигде не говорится. Что когда она разорится, из нее будут вылетать горгульи. Может быть, не имеет смысла прямо сейчас их призывать. То есть, может быть, имеет смысл ближе к боссу это сделать. При этом при разорении она дает очень много ресурсов. То есть смысл в том, чтобы их получить ближе к выходу с карты, я так думаю. Я не знаю. Да умришь ты уже, господи. Так, уклонение, вампиризм, херня какая-то. Вот если мы выбьем колечко на скорость атаки, я буду счастлив. Но контрудар на самом деле работает тоже хорошо. Прям очень хорошо. Позволяет просто не задумываться о том... Не понял. Это же был 10-й. Не появились. Гоблины не появились. На 11-й появится. Получается, что так. А контрудар позволяет не дожидаться нашей полоски выносливости. Великолепно. Так. Такие странные. Здесь, короче, не хватает дракона какого-то еще сидящего. На этом всем. Те, хорошо. Я бы поставил бы здесь еще вампиров, но я просто дико боюсь, что их здесь потом появится столько, что я просто не вывезу этого. Просто не вывезу. Я бы влепил бы пауков. Вот реально влепил бы, но только после того, когда поставил бы еще фонарь, потому что реально здесь, здесь и здесь будет тьма их. Идем пока дальше.
нас нет регенерации, мы не можем по ходу путешествия ничего с этим сделать, ты уже. Так, ладно, давай. Да, на 11 получается блок. Угу. Я очень боюсь дальше застраиваться, потому что реально у нас мы никак не лечимся. Только исключительно за счет нашего лагеря. В итоге получается, что за круг у нас здоровье снижается. 466, да. Либо остается на одном и том же уровне. А нам нужно сделать так, чтобы когда мы придем к боссу, чтобы мы, по крайней мере, были полные. Вот в чем суть. Так, защита там, скорость атаки. Но здесь хотя бы реген есть хоть какой-то. Но нельзя пока что пренебрегать нашей скоростью атаки. Вот просто нельзя. Пока что это единственное, за счет чего мы живем. Ну, хотя у нас, в принципе, еще поднимается здоровье за счет того, что дни проходят. Хотя бы так. Уже, кстати говоря, 6 уровень врагов. Ух ты, елки, ну-ка, 18-28. И скорость атаки, и контрудары, и реген. Ух, ха-ха, супер. А здесь что такое? Ну, здесь контрудар-вампиризм. Да, нет. Вот это вот, я думаю, самое то. Итого у нас контрудары 37, скорость 24. Ну, хотя бы реген есть какой-то теперь. 0,6. За раз, ну такое. Ну, лучше, чем ничего, ну согласитесь. О, а когда нам выпало такое кольцо? Вот так вот, скорость атаки 40. Взамен контратак. Отлично. Надеюсь, я не пожалею об этом решении. Угу. Так, ну я думаю, что можно было бы и вампиров сюда понапихивать уже. Понемножку. Вот, кстати говоря, если я оставлю их здесь, их область действия распространяется на эту клетку. Но сюда они, по идее, не вылазят. Но я не уверен. Я не знаю. Ладно, пока ставить не будем. Гартая, кстати, очень целеустремленно летит. Ну да, прямо в нас летело, между прочим. Так, 3-4, хорошо. Ну знаете, теперь я чувствую, что мы вроде бы как даже выживаем. Угу. То есть сейчас пройдет день, нам дадут 54 здоровья, потом мы все-таки дойдем до лагеря. Это плюс еще 20% к этому. Ну вроде хорошо. С защитой только все плохо. Потому что уже 6 уровень врагов, а броня все какая-то паршивенькая падает. И контрудары, скорость атаки, все сразу. С ума сойти. Ага. Блин, нет смысла здесь ставить кирпич. Ладно, поставим его там, черт с ним. Хочется просто, чтобы лук сработал. Вот. Вот так, короче, работает казна. Но мы ее разграбили, соответственно, сокровищница без сокровищ, сосуд без своего содержимого. Печальное зрелище, особенно для каменной стражи, проспавшей свой вековой караул, создает горгулью раз в 3 дня. Я не знаю, насколько она будет жесткая. Я с ними не встречался, но я очень надеюсь, что я об этом не пожалею. Вот реально очень надеюсь. Можно, кстати говоря, мир собирать и из обычных вот таких лужков и этих и гор, по идее. Не строя себе путь боли. Так, реген, вампиризм, но там скорость атаки. О, щит, кстати. Защита и защита. Но скорость атаки. Но защита 17, плюс защита еще и 8. Это же ж офигеть можно. Это в 25 к защите будет резко. Давай возьмем, пожертвуем. Да, пожертвуем немножко скоростью атаки, раз такие дела.
потому что бьют нас реально больно. Это неприятно. Не спрашивайте, я очень надеюсь просто, что там не будет того, чего не стоит. О, наконец-то! Так, стоп! Стоп. Так, фонарь. Здесь, в принципе, он, да. Он, кстати говоря, будет работать довольно неплохо в той области. Его стоило бы еще сюда влепить. Но мне хочется его сюда поставить. Потому что вот тут много появляется врагов. При этом, если мы его сюда поставим... Фиг его знает, короче. Если честно. Давай лучше сюда поставим, наверное. На всякий случай. Потому что я без понятия, сколько здесь может в итоге появиться вампиров за раз. Серьезно. Так, защита работает. Мне это нравится. Так, он же еще и стригин какой-то такой слабовастенький, но он есть. Так, 22-34. Уже хорошо. Не будет контры, не будет тригина. Но будет скорость, которая поднимется всего-навсего на 8%. Ну, кстати, в принципе, неплохо. 36% к скорости. Давай. Я буду все вкидывать именно в этот момент. Кстати говоря, 27-41 можно повысить сильно атаку. Но я думаю, что мы сможем влить больше урона, если у нас просто будет быстрее удар. Я думаю, что да. Кстати, скоро горгулья прилетит. Посмотрим на нее. Отлично, даже не успел моргнуть. С глазничками. Так, магический урон защиты, реген в секунду. Блин, скорость атаки. Нет, не хочу, но реген хочу. Ай, ладно, жертвуем. Жертвуем. Тем более, что мы вроде бы как даже стремимся к тому, что мы будем скоро полные по здоровью. Нет. Или да. Нет. Нет. Нам надо побольше карт с дорожными фонарями. Иначе вот этот путь мы не сможем пережить. Ну или как, мы переживем, но... толку с этого не будет. Так, ну, кстати говоря, ускорять здесь больше нечего. Можно разве что вот этот вот путь еще ускорить, и все. Попробуем, по крайней мере. Но мы довольно быстро карту пролетаем теперь уже благодаря этому всему. Что день не успевает откатиться. Это как раз и влияет на количество врагов на карте. Зараза. Очень больно бьет. О! Это обрывок воспоминаний. Он появляется за наши карты. Защита 22. На магический урон. Тут у нас получается сколько по итогу? 25, да? То есть мы немножко снизим защиту, но при этом получим чуть-чуть выше урон. Вот. Обрывок воспоминаний, чьи-то заблуждения, слухи, мифы. Потребуются недели, чтобы это понять. Потребуются годы, чтобы решить, нужно ли это. Блин, это так пахнет подачей, как в Сан-Ла-Си. Очень круто. Очень здорово. А поначалу так вообще веяло Даркестом. Атмосферой. Короче, они появляются за то, что мы забываем наши карты. Только за это. Можем, в принципе, удвоить эффект, поставив еще сюда маяк, например, или сюда. Ну, давай, попробуем. Чтобы еще быстрее пролетать. Кого он бьет первым, кстати, мне вот интересно. Того, кто сильнее, или того, кто слабее? Так,
херня какая-то. Так, можно поставить еще вот сюда вот для пущего эффекта. Или же, может быть, хочется, знаете, что сделать? Хочется убрать, блин, вот этих пауков, поставить сюда фонарь и поставить пауков сюда, чтобы эффект распространялся и на это место. Может быть, так и сделать? Давайте, наверное, так и сделаем. А то получается, что слишком большая концентрация, блин, пауков здесь. Если я поставлю это сюда, это не дотягивается до этого места, понимаете? С другой стороны, можно влепить пауков сюда, а фонарь поставить сюда. И тогда будет эффект распространяться и сюда, да. Можно и так попробовать. А можно поставить фонарь сюда, и тут тогда вообще никогда в жизни вампиры не появятся. На самом-то деле. Даже не знаю, что делать. А ну-ка. Я рискну все-таки. Вот так. Будет двойной эффект здесь. И при этом можно еще сюда пауков влепить, и тогда здесь, здесь и здесь будет всего по два паука. За проход 6 пауков. Супер. Да? Я думаю, что да. Контрудар уклонения. Это лучше, чем ничего, вообще-то. Гаргулья летит, кстати, обратили внимание, беленькая. Так, стоп, луга. Раз и два. Нам теперь нужно еще парочку фонарей, которые надо будет поставить здесь, здесь и здесь. В идеале. И все. Ну или здесь просто. Так, мы построили, получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сейчас, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, еще 3. Приходится считать, что поделать. Так, хорошо. Контрудар 24%. Блин, устоять сложно. Но мы в контрудар, конечно, не качаемся, поэтому фиг с ним. Просто фиг с ним. У нас, кстати говоря, нету карты забвения. Если я сейчас просчитаю случайно в камнях, то будет очень больно потом. Обратите внимание, что у нас сейчас идут редкие вещи перерабатываться. Естественно, мы получаем ресурсы. Так, 22-32. Хуже, хуже. Сильно хуже, ладно. Контрудар вампиризм. Блин, 27-41. Скорость атаки 16. И вампиризм еще. Блин, вот это, наверное, стоит взять. Скорость атаки будет ниже, но при этом урон выше. Это стоит того, я думаю. Мы в данном случае не сильно жертвуем скоростью. Ну, наконец-то. Так, магический урон, контр-удар и уклонение. По сути, все то же самое, что и там. Только при этом жизни, здоровья больше. Хорошо. Регин в секунду 4,2. О-о-о-о-о-о-о. Здорово. Блин, наверное, давайте возьмем вот это вот, раз такие дела. Вот тут будет больно, потому что тут и вампир, и слизень, походу, да? И этот, и горгулья. Я даже не знаю, что из себя горгулья представляет, понимаете? Обратите внимание, как у нас теперь здоровье летит. Очень хорошо. Это очень хорошо. Интересно, а если я уберу забвением казну, будет ли вылетать горгулья, мне вот интересно знать. Не должна, по идее, да? По идее, да. Я, кстати, ни разу кладбище не поставил, ну, потому что я не вижу в нем смысла. В кладбище спавнится этот скелет, и он довольно жирный, и я не знаю, я в нем смысла не вижу. Он не дает ничего тут. Практически ничего. Ну да. Вот сюда влепить. И вот эта дорога превратится
О, господи, нет, вот эта вот вся дорога превратится в месиво. И все это только ради того, чтобы не дать лещу расстроиться. Я не знаю, Там просто будет очень больно, я вам гарантирую, на этой дороге смерти. Ну, а что поделать? Что, черт возьми, поделать? Ладно, давай. Путь крови, отголоски полей битв порождают не только призраков. Раз в 4 дня создает сгусток крови. О, боже правый, на что я подписался? Угу. Давай так не промахивайся, я тебя очень прошу. Нет. Да очень повезло с этой броней, если честно. Вот только благодаря ей мы сейчас хоть как-то и сможем жить. Только благодаря этому. Угу. Сейчас нам еще там предстоит сразиться, блин, с вампирами Гаргульи. Это вообще жопа будет. Я не знаю, что из себя представляет Гаргулья. Но я, предполагаю, что ничего хорошего. Так, один. Так, тут почти 3-4. Нет, 3-4-5-6. 7-8-9. Что-то мне страшно. Не хочу. Я не хочу ставить еще к бору. Хотя у меня есть забвение, в общем-то. Можно и поставить тогда. Слушай, а можем еще поле битвы, раз такие дела, монтировать где-то здесь? Можно было бы здесь поставить. Ладно. Хорошо, да, сначала слизня, это правильно. Слушай, не так уж и плохо. Больно, но не смертельно. Ого. Уклонение 20, но нам это не надо. Я просто теперь очень надеюсь на то, что вот в этом месте, благодаря нашим фонарям, не будет концентрации врагов большой. Так, защита, уклонение. Защита и уклонение. Так, на скорость атаки мы все, да, вкидываем на это. Хорошо, ладно, пока продолжаем. Посмотри, еще одна прилетела. Да чтоб ты всралась. Шестьдесят девять, с ума сойти. Ну ладно, могло бы быть и хуже. Регель в секунду 4,2. Можно сделать 8 единиц здоровья за раз, но при этом, блин, скорость атаки сильно снизится. Так, здесь у нас защита будет... Ух ты! 22,6. То есть, это вот 28. Чуть-чуть выше получается. Там у нас 25, ну хорошо, давай. Пожертвуй скоростью атаки ради Регина? Можно было бы. В общем-то. Можно было бы. Блин, я даже не знаю, что делать. Даже не знаю. А ну. 1, 2, 3, 4, 5. Нет? Сейчас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, я же 10 понастроил. То есть вот это вот будет 11, по идее. Ой, ладно, давай, рискнем. Хоть отхилимся, может быть. Захилимся мы реально быстро. Четыре, нихера себе, давай. Так, мы довольно много карт начинаем забывать потихоньку. Мимик какой-то жесткий. Я надеюсь, дальше нет их. Так, 30-44. Круто.
контрудар и вампиризм без скорости. Вот единственное, что у нас теперь скорость дает, это только наша рапира, походу. Это задница. Это нехорошо. Это очень нехорошо. Ладно. Ладно. Зато у нас очень дикий реген сейчас. Так, контрудар и реген, оно послабее. Нет, я ничего сейчас не применяю. Точнее, ни на что сейчас не применяю реген. Опа, так, 24-36. Ну прям там скорость повыше будет. Немножко снижу урон, но выше скорость атаки нет. Ну, вроде хорошие вещи начинают валиться на самом-то деле. Так, скорость уклонения нет. В принципе, мы теперь можем делать таких кругов много. Я так посмотрю, вот тут тупо благодаря тому, что у нас регенерация жесткая. Выбить себе какую-то хороший меч, вот допустим 29-43, но это такое. Или хотя бы карт, может быть, себе насобирать. Тем самым. Хотя толку. Блин, он очень сильный стал. Кстати говоря, вампир с душой. Где-то тут, вроде бы, если они умирают в каком-то определенном месте, то их душа может превратиться во что-то, по-моему. Да что ж такое? Так, раз такие дела, давай делать так. Вообще вампиров нету здесь теперь. Понатыкивал там фонари дневного света, им сделал, выйти тебе бояться несчастные. Так, реген в секунду, но при этом еще и вампиризм чуть-чуть меньше будет реген. Насколько получается 4, 5, 6 единиц? Да нет. В принципе, у нас, кстати, вампиризм еще довольно неплохо развит, я так посмотрю. Можно и покомбинировать эти два. Навыка, так. У нас теперь два забвения, можно теперь сделать еще вот так. О, серьезно, мы уже добрались до босса. Ёшкин крот, это не очень хорошо. Я не ожидал. Кстати, обратите внимание, он реально ничего не построил. Вот такие вот дворцы он должен был расстроить в квадрате 3 на 3. Но ему все это помешало. Макомикрон когда-то проводил здесь свои эксперименты, тщетно пытаясь бороться с тепловой смертью вселенной. Каждый дворец увеличивает здоровье и урон меча на 5%. Ну и пошел ты в баню отсюда. А можно, может быть, быстрое решение? Решение проблем, видимо, нет. Ладно. Нет, значит, нет. Где-то еще... Ага, вот вижу. Появились, да. Ну все. Тогда, в общем-то, у нас... Вариантов немного. Просто идем и гасим. Пока мы к нему дойдем, мы даже сможем успеть отхилиться, по идее. Должны, по крайней мере, успеть. Я просто думал сделать еще один ран вокруг, чтобы... Так, защита и вампиризм. Ну, неплохо. Защита будет чуть меньше, но при этом будет вампиризм. Давай еще вот так сделаем, чтобы прокачать вампиризм на 30%. Я просто думал сделать еще один круг, получить более хорошее оружие, а то приходится идти с какой-то ерундой. Скорость атаки и тоже вампиризм. Ну, короче, так получилось, что в итоге мы с вами пошли в вампиризм и регенерацию. Ну, как игра диктовала свои условия. Будем надеяться, что нас это вывезет. На враги стали жирные, конечно. На этом круге. Все? Давай посмотрим, как ты выглядишь, ублюдок. Я тебя еще даже ни в глаза не видел ни разу.
Как это возможно? Вот именно. Ты не смог пожрать меня, как весь остальной мир. Так ты думаешь, что не смог? Что ты пытаешься сказать? Вот же я перед тобой. Так, простите меня, секунду, мне очень-очень-очень надо отойти срочно. Я не могу просто. Фу, я думал, что лопну. Я уже не знал, в какой узел ноги завязывать. Вот же я перед тобой. Я поглотил всю твою реальность. Каждый отдельный ее элемент покоится в личных карманных измерениях. Пространство, существа, информация, даже память. Там они должны покоиться до тех пор, пока энтропия не сделает свою работу, превратив все в однородное статическое месиво. Господи, какой кошмар. Конечно, это касается и тебя. Ты безумен. Давай посмотрим, что тут у нас. А, ты нашел способ взаимодействовать с тонкими кусками своей реальности. Рекомбинировать их. Упорядочить и объединять. Но как? Вижу, у тебя нет особых талантов или знаний. Да ты едва ли сам осознаешь, что происходит, верно? Я скажу тебе, что происходит. Куча костей потрошит мой мир и думает, что ей за это ничего не будет. Ты уже обречен, и ты это знаешь. Возможно. Ты первый случай в череде систематических ошибок. Проблема, которую я должен научиться решать. Не будем медлить. Не думаю, что ты способен жалеть о соединенном. Сегодня мы это изменим. Как же сильно ты мне напоминаешь... Галактуса, 162 урон. Господи Иисусе, так. А, так, здоровье. Дохерища, атака, нежить, космический маг с душа. Прикинь, что превратится во что-нибудь. Так, исследователь каждый врез лича на начало боя повышает урон и здоровье на 5%. Но я так понимаю, что ничего подобного его сейчас не усиливало, потому что, ну, нету его дворцов. Ну, гасим тогда, что я могу сказать? В общем-то, у нас выбор небольшой, но походу не получится его убить. Он слишком жесткий. Не реген, не вампиризм тут не поможет. Тут нужна совершенно другая стратегия. Да. Здесь нужно было... Этот, господи. По-любому нужна была скорость атаки и защита. А возможно, стоит еще немножко прокачаться, потому что все-таки игра такая, которая не должна была бы нам позволить дойти даже до такого этапа, если честно, с первого рана. Вот, без какой-либо прокачки. Поверить не могу. Слушайте, слушайте все, мальчишка смог вернуться. Выжившие? Неужели я больше не один? Расскажите, откуда вы? Осталось ли место без тьмы? Мы не знаем, откуда мы. Или не помним. Те, кого ты видишь, небольшая горсть оставшихся от группы, наверное. Вы не уверены? Да, мы сделали такой вывод по бесхозному багажу и неиспользованным суточным паякам. Каждый день новые признаки присутствия людей, которых с нами, как мы все считают, нет и никогда не было. Будто мы их забыли. Типа такой, нашел в кармане дополнительную еду, такую, которую припрятал для друга, а друге забыл. И такой, о, шоколадка. Внезапная. Забыли? Именно, будто каждый день пропадали люди, а мы их моментально забывали, как и то, откуда мы родом. Забыли своих родных, себя в каком-то роде. Меня зовут Йота, это то немногое, что я помню, у остальных с памятью не лучше. Вот почему я так мало помню о себе, все забыто. Погоди, ты сказала, смог вернуться? Значит, вы запомнили, что я отсюда уходил. И вот почему это событие для всех нас. Мы успели застать твой уход, но ты скрылся из виду раньше, чем мы приблизились. Слушай, мы больше не в силах скитаться в этой пустоте. Тут есть костер и пара мест для спальных мешков. Неслыханная роскошь в этих потемках. Ты не против? Конечно, я буду благодарен, если мы объединимся. Я хочу вернуть все на свои места и даже начал вспоминать мир, каким он был раньше. Но без других людей все это не имело бы смысла, а еще без других людей слишком одиноко. Вспомнить мир? Пока не понимаю, что ты имеешь в виду. Усталость сказывается, но мы будем рады, если ты поможешь, и будем рады помочь тебе. Только не проси нас идти с тобой. Я не знаю, как тебе удалось вернуться, но для нас покидать группу рискованно. Я не стану просить ни о чем таком, пока я просто хочу возвращаться в место, где будут звучать голоса людей.
И мы не шутили о помощи. Вот ты немного, что пережила катастрофу и не исчезнет. Не забывается, возьми, тебе это может пригодиться. О, очень круто, спасибо. Большое вам спасибо. Теперь мы что можем сделать? Мы можем построить полевую кухню, которая что сделает? Которая даст плюс 10% лечащей силы и открывает карту Кровавая Роща. Угу. Отлично, крайне важное место в любом лагере, если ваш нос не врет, здесь подают что-то съедобное. Давай сразу и поставим. Можно было бы на самом деле скопить на, может быть, хижину травницы или кузню. Ну, поставим ее в любом случае. Хочешь знать, как отличить хорошего повара от плохого? Еду хорошего повара приятно кушать. Что ждал более экстравагантного ответа? Иногда все довольно просто. К примеру, у меня тут котел, очаг, пара ножей, ведро картофеля, три луковицы и немного ветчины. Ничего особенного, все очень просто. Но дай мне пару минут, и запах наваристого рагу ухватит за ноздри каждого в этом лагере и притащит за мой обеденный стол. Великолепно. Так, и по идее, что мы можем с этим делать? Мы можем сделать апгрейд, и в итоге наш костер будет лечить нас на 8% лучше. То есть будет не 20%, а 28%. Но чтобы это сделать, нужно принести реально очень много ресурсов. Хорошо. И пока что это все, что мы можем в данный момент сделать. О, смотри, открывает доступ к новому классу Плут. Круто. Интересно, а новый класс, он, это получается, мы будем играть этим же персонажем, но как новый класс? Или это будет вообще другой персонаж, Атом забудут? Ого, только взгляни на это. Глава 1, так, враги имеют от 0 до 1 свойств. Я так понимаю, что с нарастанием глав будет все гораздо жестче, да? Кстати, обратите внимание, что нам доступны только эти вещи, эти нам недоступны. По-моему, я осмелюсь предположить, что они будут доступны другим классам. Из того, что я видел, то есть нам доступно это, этому классу Плут, будет доступно, наверное, что-то вот такое вот, да? Там следующему будет что-то такое, ну я не знаю. Наверное, это так работает. Так, а здесь на что? Хронокристаллы, преломляющие не только свет восходящего солнца, но и само течение рассвета на соседних клетках. Каждый прошедший день считается за два, я даже не знаю, где это можно использовать. Кровавое Роще, которое мы только что... получили. Остается рядом с лесами у дороги. Корни пожирают врагов, у которых менее 15% здоровья. Интересно, а это могло бы как-то сработать на лича? Мы-то были, по сути, в Кровавой Роще, но роща, по идее, бьет и нас, да? Хрен его знает. Короче, вот такая вот игрушка. У меня сейчас есть еще желание попробовать сделать парочку ранов и все-таки надрать задницу лючу. Если это получится, я вам это покажу. А если нет, то мы с вами на этом закончим и будем в следующих давай гляшках, прохождениях и тому подобное. Вот что касается прохождения этой игры, я даже не знаю. У меня пока сомнительное ощущение насчет того, будет ли это просто интересно наблюдать, понимаете? Ну а пока дайте-ка я сделаю еще ран. Попробую просто. Я призвал его немного рановато, я хотел сделать еще пару кругов, чтобы насобирать вот здесь вот сундуки, но я опять не учел, что если я сейчас поставлю лишний блок, то он придет. Ладно, хорошо, черт с ним, давайте уже тогда попробуем так. Получилось, короче, сделать такой дикий ран, что у нас скорость атаки получилась почти 70%, здоровье в день 102, и даже реген в секунду есть почти 8 единиц. И самое главное, что у нас защита 54. Я на самом деле рассчитывал на то, что получится сделать чуть-чуть больше защиты, но я надеюсь, что этого хватит. При этом появилась голодная роща из кровавой. Я не совсем понял, как конкретно это произошло, но она бьет корнями. Но при этом она, по идее, до сюда не дотягивается. Может быть, если бы она стояла где-то здесь, она била бы, может быть, даже и босса при этом. Но я думаю, что этого не произойдет. Она бьет меня тогда, когда я нахожусь здесь. Ну, ладно, хорошо. Давай смотреть, что в итоге получилось. Прикол в том, что у меня теперь из-за этой скорости атаки... Никто просто не успевает меня уничтожить. А, так, хорошо. Да, очень давно попалось вот это колечко, которое дает добавлять и к скорости атаки, и к регену. Это вообще шикарно, я считаю. В общем, вот мне кажется, что довольно неплохая идея.
все-таки пытаться акцентировать внимание на каком-то только одном. Только на какой-то только одном параметре, короче. Кроме прочего, вот здесь у меня стояла казна. Я ее удалил с помощью забвения, и при этом мне выпала такая только одна карта за весь этот ран. Ну, две, ладно, две карты за весь ран. Это какая-то задница, если честно. Вот. Удаляя вот эту казну, я тем самым убираю возможность появления здесь горгулей. То есть я ее разоряю и потом уничтожаю, чтобы не появлялись горгули. Это оказалось довольно выгодно, я считаю. О, господи, ты только взгляни, здесь еще и скорость атаки выше, и защита, и магический урон. Просто феноменальные штуки. Боже, как же обидно будет понимать, что он их потом просто банально забудет. Это просто мерзость. Ладно, хорошо. Уже, в общем-то, пофигу. Сейчас мы просто по максимуму разорим все это дело. Так, здесь что такое? Здесь все хуже. А может быть щит? 28 к скорости атаки неплохо, но здесь нету защиты. Защита мне очень важна. Там он защита аж 342, грубо говоря, получается. Это гораздо выгодней. Скорость атаки у нас и так жесткая. Ладно, в общем-то, больше мы ничего здесь не сделаем. Можно еще вот так вот. Можно сейчас немножко больше даже здоровья получить. Мы как раз отрегеним, пока дойдем до босса. Больше нам вроде бы ничего не добавит здоровья. Вот корни, кстати, которые бьют. Великолепно. Так, и давай сразу еще. Может быть, успеем даже. Я, конечно, очень сомневаюсь, но вдруг повезет разграбить еще одну. Все, я тогда больше ничего не воткну, да? О, можно маяк воткнуть. А интересно, с маяком оно работает? Оно. Работает, смотри. Прикольно. Я, хорошо. В общем-то, ничего хорошего не выпало, но зато сам факт в том, что мы смогли ее разграбить до того, как столкнемся с боссом. Огромная туча ресурсов. Вот бы с этим уйти, и можно было бы прокачать наш хаб до просто каких-то невменяемых сейчас уровней. Главное просто надрать жопу боссу. 44 защиты. Просто 44 защиты. А, не, там у нас получается... А, 42, но плюс еще магический урон. Не, нам это важнее сейчас. Ну все, получается, что можно пробовать еще раз. Как это возможно? Заткнись, у нас есть незаконченное дело. Ну давай пробовать. Он, кстати, в итоге уровнем же тоже повышается, да? Вот зараза, я этого не учел. Мне теперь атака будет дикая тоже. Да может я вас закалю раньше, чем он меня? Просто благодаря скорости атаки. Почему скорость атаки упала? Нет! Чтоб ты сыром сраму, паскуда! Это ж насколько жестким к тебе надо приходить, чтобы тебя убить-то? Ну, если и сейчас не удастся его уничтожить, я уже и не знаю, как его тогда убивать. Нет, ну знаю, конечно, это нужно будет просто тогда прокачиваться дальше потихоньку, но мне кажется, что мы достаточно сильны, чтобы сейчас ему надрать задницу. Я уже, кстати, на таком пределе скорости атаки, когда он и почти что выдыхается, но и успевает нанести огромное количество урона. Короче, я предлагаю его вызывать. Единственное, что было бы неплохо получить забвение, все-таки мне за этот ран забвение выпало всего несколько раз. Дело в том, что я пожалел о том, что поставил здесь голодную рущу. Я рассчитывал на то, что эти шипы, которые будут меня бить, что они уничтожат лича, когда у того будет мало здоровья. Но, честно говоря, что-то я переживаю по этому поводу. Вот. И теперь мне хочется от этого избавиться. Ладно, сейчас буду надеяться, что, может быть, по ходу дела что-то еще выпадет. Обратите внимание, кстати, сколько я деревушек понаставлял. Я не помню, рассказывал я вам про это или нет, но там одно из строений у нас в хабе дало возможность ставить деревушки. Деревушки комбинируются с вампирами и превращаются, если поставить деревушку рядом с особняком вампиров, она превращается потом в графские угодья. Но это нужно сначала несколько раз там уничтожить вурдалаков. Короче, таким образом мы восстанавливаем, как бы...
величие вампиров, если можно так выразиться. Короче, я сейчас надеюсь на то, что... Это уже 15-й круг, кстати говоря. Я сейчас надеюсь на то, что наша защита и скорость атаки затащит, несмотря на то, какой будет лич. И если нет, то это, по сути, будет наша уже финальная попытка на сегодня его завалить. Если не получится, значит не получится. Значит, надо будет просто качаться лучше в следующий раз. Господи, скорость атаки 40%. Это просто нереально. При этом атака такая же, как у этого бердыша. Но если я возьму такую скорость атаки, он просто не будет успевать бить, понимаете? Лучше пускай будет, наверное, защита. Он и так бьет довольно быстро. Но, пожалуй, Ятаган я все равно поставлю сюда. Пускай и будет. Ага. Так. А вот теперь... Можно, наверное, сделать вот это. Ага, так, аккуратно, Ятаган еще может пригодиться, и хер его знает, может быть, может быть, лича придется гасить будет супер быстро. О, забвение, блин, а я вот теперь даже не знаю, я теперь подумал о том, что реально, если у него останется меньше 15% здоровья, то его же роща заберет. Но роща, блин, бьет и меня все это время. Хрен его знает, если честно. Так, защита. Кстати, если я поставлю сюда маяк, мне на что это уже не повлияет же, да? Я думаю, что да. Все, вроде бы мы все застроили, больше нечего. Ну, разве что можно еще немножко гор понатыкивать, чтобы было чуть больше здоровья. Но у меня ведь есть какой-то реген. Может быть, я успею восстановить себе там часть здоровья, пока буду бегать туда-сюда. Удивительно, что они появляются, нет, появились. Я надеюсь, что они тогда не помешают мне сейчас по дороге. Ага. Я зато вылечиться успею, как раз. Да, я выдыхаюсь, видите? Получается, что если у меня будет слишком высокая скорость атаки, я буду быстро выдыхаться. Вот и все. Но, тем не менее, пускай полежит здесь. В принципе, наверное, лучше из того, что у меня было здесь, наверное, ничего лучше я уже и не найду. Вот зараза, вылез все-таки. Я очень надеялся, что он там не появится. Ладно, придется немножко на нем пострадать. Ничего страшного, мы когда сейчас доберемся до лагеря сюда, нас это вылечит. Кроме прочего, у меня есть несколько способностей с помощью, благодаря тому, что я построил в хабе. Например, догмат защиты. При взятии особого свойства и каждый круг герой получает полоску фантомной защиты, равную 60% от максимального здоровья. Весь урон, по которой идет без учета защиты. То есть, когда она восстановится, босс будет вливать именно туда весь свой урон, большую часть. Я очень надеюсь, что за это время мы сможем навалять ему очень сильно. Короче, давай, наверное, пробовать убирать эту хрень, потому что меня реально напрягает то, что меня будут бить шипы. Попробуем без этого. Ну давай же уже. 9,6 регена в секунду, это, конечно, жесть. На скорость атаки я сейчас ни на что не променяю. Ну, это уже бессмысленно, но почему бы и нет. Ну что, давайте пробовать еще раз. Можно было, кстати, свалить оттуда. Со всем барахлом, что мы понабирали. О, он еще и промахиваться умудряется. 200 здоровья, 316 урон. Я еще и выдохся, зараза. Ты посмотри. Ну, если он будет продолжать промахиваться, то, в общем-то, мы его уничтожим.
Немыслимая чушь, это невозможно по столь многим причинам. Я не понимаю. А теперь верни все на свои места. Не могу, я уже справился со своей задачей. Пусть и не идеально. Ты не в том положении, чтобы отказываться, мешок костей. Он уже получил все, что я мог собрать. Я хотел увидеть, чем закончится наш крестовый поход против Вселенной. Просто увидеть результат, мое дальнейшее участие не обязательно. Кто он? Я понял. Вы каким-то образом связаны, верно? Вот почему. Ты сам скоро все узнаешь. Это аномалия. Не ускользнет от его внимания. Сейчас ты не увидишь смысла в моих объяснениях. Тогда избавь меня от своего хрипа, я просто умри. Если мешок костей сказал правду, мне предстоит долгий путь. Если потребуется, я просто весь мир с нуля... Я построю весь мир с нуля, и череп этой твари станет первым кирпичиком в его фундаменте. Фух, отлично. Просто отлично. Так, выбрать одну из наград. Большие карманы, максимум ресурсов экспедиции увеличено на 50%. Ух ты. Плюс один заряд воскрешения? Какого еще такого воскрешения? Так. 2% шанс получить вместо осколка ресурса целую сферу. Блин, но мне больше всего нравится максимум ресурсов в экспедиции увеличено на 50%. Ну реально это, по-моему, круто. То есть это перманентное улучшение? Я так понимаю, верно? Ну, короче, смысла, в принципе, идти дальше нет. Единственное, что мне вот очень интересно, то, что мне сейчас выпало. Но какой смысл идти дальше? Чтобы еще набрать ресурсов, наверное, да? Только разве что ради этого. Ну, в этом есть смысл. Мне еще дико интересно посмотреть то, что он нам дал. Но я думаю, что делать мы этого уже не будем. У нас и так всего довольно много. Поэтому давайте, наверное, все-таки отступимся. Слушайте все, лич мертв, проклятие снято, но... Что за лич? Какое проклятие? Я, конечно, тебе верю, но понятия не имею, о чем ты. Вы не помните мертвого мага? В шубе, со скипетром, окутанного звездными туманностями, парящего над миром над огромными сверкающими... на огромных сверкающих крыльях, пожирающего мир клочок за клочком. Странно, к тому же вокруг и правда ничего не меняется, почему? Напрашивается вывод, что причина этой тьмы в чем-то еще. Скелет упоминал что-то про него. Кто бы это ни был, он должен быть связан с забвением мира. Кажется, у меня нет иного выбора, кроме как продолжить свои вылазки. Вот и все. Первая экспедиция подошла к концу. И теперь у нас вторая экспедиция. Против какого-то архангела. Как интересно. По идее, у нас всего должно быть 3 главы. Так, а что у нас здесь? У нас враги имеют от 1 до 2 свойств. Здесь сила врагов была минус 5%, здесь нулевая. А рост силы врагов 3% за круг. Но ресурсы больше на 40%. Короче, что я могу сказать? Игра реально классная. Она мне очень сильно зашла. Посмотрим, что вы мне скажете по этому поводу. И при этом она довольно жесткая. Вот реально сложная. Мне прям... Я прям не ожидал. Хорошо, на этом мы пока заканчиваем. И увидимся с вами в других двойгляшках и прохождениях. Возможно, даже и прохождение этой игры. Ладно, все, всем пока. Удачи!